Приветствую вас, земляне. И снова с вами сенсей. Хочу показать игру. Она вышла в 2018 году. Вот, но обновление вышло только сейчас. То есть со всеми дополнениями и так далее. Я так понял, что это финальная версия. Пошаговая стратегия. Не знаю, похожа на цивилизацию, нет. Давайте сейчас посмотрим. Называется она, значит, вот так. Два короля потерянной цивилизации. Но не забывайте заходить на мои каналы. Ребята, подписывайтесь. Заранее всем подписчикам благодарность. А также, кто смотрит мои каналы. Можете помочь для развития канала и здесь. Рублем. Ну, давайте начнем. Игру я не видел, только зашел, подстроил. Сейчас улучшим графику, посмотрим, как у нас пойдет. Зайдет она, эта игра, не зайдет мне. Посмотрим. Будут просмотры, будут лайки, если то будет, значит, продолжение. Так, тут вроде все сохраняется. Я хотел применить, тут какой-то код надо, не знаю. Так, здесь все у нас вроде есть, да? Давайте попробуем поднять графику, получше сделать. Начнем. Берем мыло. Мыла очень много здесь. Может быть, даже улучшить еще мыло прибрать. Вот так вот, наверное. Очень мыльная игра. Сразу видно. Это я 2К. А если вообще Full HD, я думаю, что безумно мыльная. Так, что-то надо сделать. Начать. Кузнец, охотник, ученый. Ученый, наверное, маг. Так, очень ничего интересного. Планета у нас не ставится в ряд. Зависла угроза великого восхождения. Я вообще такого типа, это, пятнашки не очень люблю. Но давайте посмотрим, почему бы и нет. Как обычно, озвучки нет. За 2 года они ее не приобрели. За 3, да, в 2018 году, по-моему, что она вышла. Ладно, это понятно вроде. Давайте пока не будем тратить, да? У меня тут 12 монет всего, я даже не знаю, что тут брать. Давайте квест возьмем, да? Что, сюда шлепаем, что ли? Что-то не понятно. Коробка закрыта. Ну. Заваливать сразу всякой дрянью.
Так, что надо делать дальше? Обратно вернуться. Так, а вот эти вот дураки-то. Чё, почему тут три-то, я что-то не пойму. Так, теперь вот сюда давайте сходим. Черт, вот это почему черт не бегает? Харик. Давайте сражение попробуем, что они тут. Камера неудобна как-то. Повыше бы ее так подняли бы. Ячейки. Вот эти что ли ячейки? Ничего я не понимаю. А почему ты в эту стрельнул? Я еще даже не приметился. Почему они стреляют в этого черта-то? Они в соседних. А вот на него. А, вот как переправить надо. Ну кто? А, то есть я нажал и все, а я хочу еще раз на него ткнуть. Мне даже возможности такой не дают. Ткнуть меня даже не дают возможности. Сами они тут все делают. Вы уж меня совсем всего лишили, ребята. Чуть тут обезьяны там ушастые, блядь. Кролик этот вонючий. Взрыв в области. Так. Чё надо-то, я не пойму. Это наши очки, я так понял, что ли. На себя что ли это делают, дрянь-то? Чуть-то за черепа тут какие-то, мозги вываливаются. А почему это у меня не работало? Эх ты! Вот это, вот, вы видели как надо? Шипито тут какое. Тут, извините меня, такие акробаты, блин. Опять что-то, блин, недовольный. Так, ударная волна. Обезьяна вон как прыгает. Опа, муха. Муха. Давай муху-то. Где у них... А, вон у них жизнь. Я тут неделю буду с ним биться. Смотри, муха сейчас сдохнет. Опа! Опять промахнулся, что ли? А где у меня жизнь-то? Вот она. Это энергия, да? Так. Фиолетовым щитом, значит. Расположенный. Ладно, разберемся, походу. Есть. Напихали ей стрелки. Давай вот этому. Мочи. Смотрите-ка, второй раз это везде. Ну вообще, да он тут всех замочил бы сейчас, если была бы его воля.
Использовать фокус. Как это фокус? Что это такое за фокус? Такой, вы видели? Да ему тут никто не ровнее. Опа! Давай ему кто-нибудь вообще замочит эту дрянь или нет? Вот это хорошо стрелял. Опа. Вот это обезьяна. Вот как нам драться-то. А вы тут тупорылые стоите. У нее что-то никакой защиты вроде нет и ничего нету. А он раз. Вот. Он сейчас всех завалит. Ничего я не понимаю, зачем этот фокус нужен? Фокус. Ни хера себе, вот это вот он дал ему. Зрачки-то у него вывалились. Так, доля. Собрать чего доля? Зачем это все лишние телодвижения? А, золото каждому разделю. А я что, не могу потом делить? Ох ты, петух ты вонючий! Золотой гребешок, блин. Ну, надо было тогда и на джойстике показать. Ну, я... Где тут поезд этот вонючий? Плевать мне так замочил. Что такое за фокус, я не пойму. Дрень какая-то. Вот это он... Ой. Чертило, блин. Вы видели, как он упал? Какая тут анимация. С 18-го года игра, блин. Ёх ты, петушина. Вы чё, обалдели, что ли? Да пошли вы нахрен, вы обезьяны вонючие. А где у меня другие-то эти все солдатня-то? Эти не работают у меня. Я вот этим играю, что ли? Да, вот этим циркачом. Или девица это. Так, пополнили. Теперь мы сейчас вот этого петуха, вот вонючего, блин, вот так сделаем. А, сделали, да, как же. Опять начали клевать. Курицы глупые, блин. Есть нам. Ну, прям как мужик. Смотри. Петушье, блин, а? Да что ты за задрот такой? Прям по... Бьет по промежностям, а? Гнида казематская. Нормально все у нас тут? Я даже не знаю, какие-то... Вот это вот хорошо использовалось. Использовать фокус. Ну что, давай вот этот фокус используем. Что он делает-то? Я что-то так и не понял. Не рассосал сначала. Сразу столько информации в башку закинули. Есть нам. Усиление. Вы что, вы когда закончите это? Уроды, блин. Фокус, он как бы это... Точность, что ли, или как? Или пробиваемость?
Куда он ушел? Он ушел у меня, все. Отвалил. Чё-то я тут замешкался. Не тут нажал. Это вступление, наверное, было, да? Опять заново, то есть опять с одного петуха. Это зачем так сделали, я не пойму. Сколько там этих волн петухов-то, я не пойму здесь. Остальные где? Сейчас они вон повылазят, эти гниды все. На, вот тебе ноги сейчас побрубаем, девица. По промежностям бьют и все. Угу. Все через фокус теперь надо сделать. Так. Вы перестаньте уже клевать-то ее. Заклевали девицу-то. Фокус правой кнопкой. Ага, вот так. И бьем. Все, под... не сдох. Смотрите, у них прям с этой стрелой прыгает. Ублюдок. Фокус. Мокус. И вот это сейчас стрелял. Ничего не понимаю. Безумная курица. Вы чё разошлись-то? Дайте мне пульнуть-то в вас. По два раза лупит, вы видели? Гнильё вонючее, а? Точность ячейки. Падают они, конечно. Восемьдесят три. Давай, сейчас попадешь, что ли? Есть там. Куры. Сколько их там кур-то этих? Их нет, не куры. Курица. Какая-то курица. Петушье какое-то вонючее, блин. Скоты, блин. На! Блин, а я все на эту смотрю. Я думаю, у меня вот это играет. Я все на эту смотрю, а это сдохло у меня. Потеряли вы. Смотрите, тут еще интереснее стало. Чё? А что это собака такая? Нет, если, конечно, тут играть часами, тут все разобраться, как для обзора я хочу показать. Мне такие вещи, блин, не заходят, люди. Ковырялка там, собирать всякую дрянь. Вот XCOM, это типа XCOM такие вот. Чё надо делать, черт не знает. Куда идти-то? Опять с этими курицами, игрок, ну а чё там? Кто ожил у него? Вон она появилась, да? А как я могу, хочу взять другого? Подождите-ка. Вот эту как мне взять, девицу? Где они у меня вообще все? Это кто такой вот? Ничего не крутится тут, да? А это что за собака у меня? А, это... Я не могу понять, кем я могу играть, кем я не могу играть.